нельзя. Уважаемые дамы и господа, попрошу вас не обращать внимания на вот этот вот домашний бардак. На вот этот беспредел. Это лысый беспредел. Просто, друзья, я эту... О, смотрите, откисает. Вот, друзья, что будет, если выпить прокисшего козиного молока. Вот такой вот человек. Вот, смотрите, вот, пожалуйста. Вот, как будто не долез к своей спальне, к своей кушетке не долез. Смотрите, лежит. Обнял эту ступеньку лысый. Придет мама, она будет в шоке, насколько сильно ты напился козиного молока. Итак, друзья, я сейчас покажу вам очень большой прикол, который я только что обнаружил. Смотрите, это просто феноменально. Как вы думаете, почему здесь эта штука? Потому что я уже отсюда доставал лысого. В общем, смотрите, друзья, вот так вот зажигаю, смотрите, и... Бэм! Смотрите, боже мой, вот это да, ну просто встрял, вот так вот, вот так вот, что я придумал. Значит, я беру вот такой вот мыльный пистолетик и начинаю отходить вот сюда, вот в конец туалетика. Но у нас здесь тоже есть вот такой вот, вот такая вот лысая котлетка. Лысая котлетка, винегретка, вот так вот, смотрите, тарталетка. Лысая тарталетка, драндулетка, лусь, хорош, лысый трантулет, драндулет, лысый драндулет. Вот, кстати, друзья, вот это его лысый драндулет, это его мопед, это его драндулет, законный мопед, мототет, мототай, лысый тарантай, лысый трантулет, ой, лысый тарталет, о, лысый тарталет, боже мой, смотрите, друзья, вот так, собственно, работает этот мотоцикл игрушечный, лусь, и поехали, только в обратную сторону. Итак, друзья, продолжим. Нам нужно взять пистолетик, нацелиться вот так вот на мотор. Вот это, друзья, видите, двигатель, который нужно завести. Вот так. Лусь, 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 видите. Вот приклеился, вот это да. Какой кошмар, смотрите, как он прилип сюда. Прилип, как Эполип. А может звать его Игнат? Эполип, прилип, как Эполип. В общем, друзья, мама будет в шоке. Смотрите, у нас есть вот дома вот такой вот, знаете, вот такой вот бардак беспредел. Это уже, друзья, я начудил. Здесь я чудил, бегал, такое делал. Просто кошмар, смотрите, друзья. Так, вот эту пушку мы вам показали. Так, лысый тарталет, желтый драндулет. Залазим вот сюда, посадим вот здесь вот с краешку этого и зажжем эту пушечку, посмотрим, что будет. Смотрите, а, понятно, этот уже откис. Ну ладно, друзья, я хочу вам показать что-нибудь еще. А, стоп. Прежде чем я вам покажу что-нибудь интересное, нам нужно оттуда лысого забрать. Для этого нам, друзья, понадобится дать ему вот такое вот зеленое зелье для начала. Он становится вот таким вот космическим пришельцем. Поэтому, друзья, нам нужно взять сразу же это опасная штучка. Вот это вот. Вот это, друзья, превозносит его. Лусь! Превознесли, смотрите, ножками затрусили, как будто брейкер какой-то, ё-моё. И, друзья, конечно же, как же без этих интересных, наших бодрящих, самых здорово укрепляющих пукишей, лусь. Смотрите, пошел, 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 ой, на газ надавил, во, поднажал, вот это поднажал, ничего себе. Кстати, друзья, сейчас попробуем выстрелить еще одного. Лысый, только пообещай, что ты своей башкой не врежешься в памперсы нашему лысому второму другу, нашему брату-свату, акробату, давай, ну-ка. Лусь, ё-моё, вот это памперсы его отпружинили, ничего себе. Лысый, я не пойму, ты с настроением или нет? У тебя какое-то лицо вареной колбасы, ни туда, ни сюда, и не плачет, и не смеется, черт его знает. Нет, ну этот, конечно, грустный. Чтобы его, друзья, развеселить, нам нужно взять вот такой вот самолетик и вот таким вот ненавязчивым, легеньким движением руки, лысь. Смотрите, не помогает ничего, ты чё, вырос уже, тебе уже самолеты не нравятся. Ну хорошо, ладно, друзья, пришло время его, конечно же, оттуда все-таки снять. Но для этого мы его сначала вот так вот, ай, вот так, во-во, какой крылатый, вырос, крылья расправил, вот это да. И теперь, друзья, конечно же, мы, о, кстати, если сделать вот так вот, вот так, нет, стоп, вот это ему нужно, а сейчас, друзья, мы сделаем чуть по-другому, вот так вот. Итак, лысенькой, бесстыженькой, 3, 2, 1, а? О, кстати, друзья, кто мой самый преданный подписчик успеет поставить лайк, прежде чем я добегу от этого туалета и дам эту бомбежку-лепешку лысому. Кто успеет за это время поставить лайк, друзья, тот мой самый любимый преданный подписчик, которого я люблю и уважаю. Итак, друзья, время пошло. Не знаю, сколько пройдет секунд, но я дам ему эту штуку. 3, 2, 1 и на! Ой, хорош! Разлетелась чепуха. Ладно, друзья, отправимся на второй этаж. На втором этаже у нас есть вот такой вот интересный экспонат. Персонаж! Вот такой вот персонаж! Вот такой вот. Вот такой, друзья, еще есть персонаж такой поменьше. Но, друзья, у нас вот такая вот сидит пушка. Вот такая секретная. А в этой пушке сидит человек в печали. Итого, друзья, мы имеем пушечный человек в печали.
Мы имеем, друзья, пушечного человека в печали. Смотрите, его не взять ничего не можно. Можно только вот так вот закрыть дверь. Вот так, дверь перед носом захлопнули, как у него в детстве в роддоме. Потом расхлопнули, и сидит человек в печали, в грусти, в печали. Но зато, друзья, у него полные памперсы радости. Он думает, что это золото. Но то, друзья, у него в памперсах не золото, а вы сами знаете что. Поэтому, друзья, в честь этого мы выстрелим из этой праздничной пушки. Давайте, знаете, с какой? Сначала с вот этой все-таки. Вот. Лусь! Смотрите, глаза сразу повылазили, потому что там воняет в этой пушке. Человека повылазили глаза, потому что вот тот нафурыжил, так на мама рыжил, там воняют. Во, вот так, зажжем и закроем. Интересно, что будет? Я закрыл и зажег печку ту. Ой, печку, ё-моё. Не печку, а эту, как она называется, боже мой. Пушку, ё-моё, уже забыл. Вот так, Лусь, давайте еще одного. Закро, а, я зажег или нет, я не понял. Ой, зажег, вот так, ой, теперь этого. Ой, его защемило, что здесь происходит? Лусь, ё-моё, защемило крокодила лысого. Вот это да, открывай, ой, ну ладно. Давайте откроем, посадим. Этого, кстати, знаете, друзья, тоже можно вот здесь вот посадить. Ненавязчиво, так вот, вот так, вот. Опа-на, хорошо, друзья, теперь зажигаем. Этого сюда, ой, не успею, не успею. Закрываем, закрываем, о, вот так, лусь. Появился, смотри. Вот откуда ни возьмись, появился лысый лысь. Так, друзья, еще. Вот так, вот, вот так. Вот так сюда, вот так вот его закрываем. Ой, зажигаем, закрываем. Сейчас посмотрим, друзья, что будет. Ну-ка, давай. И лусь. Хорош, что здесь происходит? Бог ты мой, ничего себе. Ну, в общем, друзья, такие вот карусели. Итак, этого, друзья, зажигаем и смотрим, как он улетает вот туда вот. Это будет препятствие. Не, я думал, это голова лысая будет ему препятствие. Смотри, друзья, полетела ж вот сюда. Ё-моё, вот это да. Кстати, друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно напишите в комментариях кодовый комментарий «Лысый в пушке». Так я буду знать, друзья, что вы смотрите мое видео от начала до конца. Давайте проверим, друзья, неужели он снова так встрянет. Ну-ка, давай. Ну, лусь, хорош, видите, друзья, вот такой вот я нашел своеобразный баг. Это такой своеобразный баг, друзья, смотрите, это просто феноменально. Я просто вынужден был снять вам эту серию. Посмотрите, видите, вот, торчит, вот это да. Во, и любого, абсолютно любого взять, смотрите. Вот так вот зажигаем, друзья, наблюдаем, смотрите. И просто, ну-ка, давай, лусь, видите. Вот, друзья, что будет, если вовремя не выучить уроки и иметь дело с папой. Вот, друзья, вот папа может вот такое вот сделать. Вот так вот, если не выучить уроки, лусь, он вас засовывает вот сюда и вылетит башкой прямо вот сюда. И получается, друзья, что вы в следующий раз учите уроки. Но, конечно же, к вам придет друг и вас спасет. Ваш друг, друзья, буду я, который даст вам вот такой вот магнит и спасет вас оттуда. Вот так, лусь, смотрите. Ой, ё-моё, вот это спас. Ой, что-то такое случилось. Ё-моё, я что-то перепутал баночки. Извини меня, пожалуйста, банки перепутал. Ё-моё, давайте вот этого вот сюда, вот так вот зажигаем, сейчас посмотрим, возможно, он эту кучу как-то развеселит. Ну-ка, давай, лусь. Ё-моё, хорошо, я придумал что-то другое. Смотри, друзья, можно дать ему вот такую вот штучку. Сейчас, 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 одну секунду, во, вот это и... Вот это, я думаю, их развеселит. Лусь! Понятно, ё-моё, трусы стали как парашюты. Боже мой, друзья, мне кажется, эта игра чуть-чуть зашла в тупик. Ладно, друзья, уважаемые дамы и господа, ставьте лайк на видео, подписывайтесь на канал и не пропустите мою следующую интересную, упоморочительную серию. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю. И не забудьте поставить лайк.